ну там еще не артист, а скажем студент, или даже абитуриент, правильнее сказать, поступает на актерское отделение, в актерский университет, то ему задают придумать этюд. Вы знаете, что такое этюд? Подозреваю, но я боюсь уже задания. Ничего страшного, все очень легко. А, чтобы вы не подозревали, а точно знали, я объясню. Этюд — это такая пластичная как бы сценка, которую нужно показать вот без слов, только пластикой, да, с помощью рук, мимики, жестов. Все очень легко. Так как свадьба у нас книжная, так как наши молодые очень любят читать, я надеюсь, вы начитаны тоже, я в это верю. И все гости, конечно, начитанные, готовились к свадьбе. Вам всем известны, всем начитанным людям известны поговорки. Самые популярные поговорки. Вот здесь они у меня вот собраны, эти популярные поговорки. Пожалуйста, вытягивайте любую из них, не подглядывайте только. Не читайте вслух, не показывайте гостям. Читайте, запоминайте, что там написано. Отлично. Еще. А теперь продемонстрируйте, пожалуйста, нашим гостям эту поговорку без помощи голоса. Все очень легко. Друзья, мы поднимаем руку тех, кто угадывает, да? И кто первым это сделал, я потом скажу, что будет делать. Ну что ж, поддержим артиста еще раз овациями. Пожалуйста, показывайте. Так тоже. Неправда. Ну вы же знали, вы просто не договорили, да? Конечно, поддержим, во-первых, провожаем на место нашего замечательного артиста. Буквально с одной секунды все угадали, а вы боялись этого.